Вы знаете, я из большой семьи образования, поэтому для нас 1 сентября это всегда праздник. Такой большой, волнительный, такой всегда такой бескрайний. Вот в этот день мы начинаем наш вообще новый такой образовательный год. Поэтому для нас существует несколько новых годов. Как у всех нормальных людей, да, когда мы отмечаем в декабре, но мы еще отмечаем 1 сентября. Сегодня у меня очень позитивное, хорошее настроение. Я очень рада видеть наших учеников, рада видеть наших учителей. Мы сегодня проводим линейку. Это линейка для половины школы. Мы их разделили на две части из-за ковида, из-за предписаний, которые существуют. Но, тем не менее, сегодня нас много, мы вместе, и это очень радует. Я надеюсь, что наш учебный год пройдет в традиционной манере. Это было бы самое лучшее новшество, которое может быть. Когда мы живем в своей обычной жизни, когда мы учимся в классах, когда мы приходим в школу, когда у нас минимум каких-то вот таких ограничений, которые могут быть. Это, наверное, для нас сейчас был бы самый лучший подарок. Но, конечно, минимальные ограничения у нас будут. Мы также обрабатываем руки, мы ходим с разных входов, мы носим маски. И, тем не менее, сегодня у нас праздник. В этом году у нас 3 класса первоклассников. 75 первоклашек сядут за парты. Мы очень рады их видеть. Сегодня было 1 сентября. Урок был классный. Нам показали выступление. Мне оно очень понравилось. И желаю всем хороших оценок. Очень сердечно и радостно поздравляю всех наших детей, всех наших участников, родителей, учителей, всех, кто имеет отношение к школе, ну и даже просто, может быть, окружающих, потому что школа – это целый мир. И этот мир должен быть светлым, теплым, дружным и, наверное, очень позитивным. Поэтому я всем нам желаю всего самого-самого хорошего.